Евгения Медведева. Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева выходит на лед арены в Великом Новгороде. Она лидирует после исполнения короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию. Либертанго – эта тема выбрана для произвольной программы, но сейчас самое главное, наверное, как и я читал в интервью, о чем говорила Женя, сказала, наверное, вот своему страху показала на дверь, сказала, все, долой, теперь это моя сцена, на которой я хочу творить, выходить, бороться с прыжками и побеждать. Надеемся, что сейчас это так и произойдет. Это была произвольная программа Евгении Медведевой, в которой она допустила лишь одну, но все-таки очень серьезную ошибку.
Да, мы увидели этот каскад, вернее, попытку исполнить каскад. Тройной сальхо в тройной Ридбригер. Не помню, чтобы она пыталась выполнить каскад в этом сезоне. Я вот что-то тоже не помню подобного каскада. Ну, ищут, мне кажется, именно что-то свое в программах и Брайан Орсер, и Трейси Уилсон, и сама, я думаю, Женя Медведева, потому что, ну, никто не знает Женю лучше, чем она сама. Мы вновь видим, как и после исполнения короткой программы, огромное количество игрушек сейчас на льду, и вот часть из них, эти желтенькие звездочки, Женя привезла Трейси Уилсон. Ну, вы знаете, это чисто такая американская штука, когда ты хвалишь своего студента, спортсмена со словами, что это было восхитительно, гениально и так далее. Но нужно смотреть, конечно, реальности в глаза. Было падение, к сожалению. Был очень такой сложный на грани выполненный каскад, двойной аксель. Тройной тулуп, посмотрим, как сейчас оценят катание Жени Медведевой, конечно, у нашей федерации. Ну вот, тройной сальф, тройной Ридбригер, еще не докрут, и падение. Жалко. Ну вот, кстати, этот каскад, вот я сейчас поднимаю официальные протоколы, в Саранске-то он был как раз исполнен, впервые он исполнен был на чемпионате России, и тогда Женя получила очень высокие баллы за этот каскад, но тогда как раз вылезла проблема на каскаде аксель 2,5 тройной тулуп. Сейчас с точностью до наоборот. Пока никак не получается чисто откатать свою произвольную программу Медведевой в этом сезоне. Вот мы видим, да, повтор опять двойной аксель. И если вновь покажут этот каскад, вот сейчас, скорее всего, это произойдет. Мы видим первый двойной аксель. Прям на... Нет, это другой. Аксель соло. Ну что, ну... Все равно не зря Женя становилась лучшей дважды, два года подряд на чемпионате Европы, и дважды становилась лучшей на чемпионатах мира, и все-таки это двукратный серебряный призер Олимпийских игр. Это наша гордость, гордость женского российского фигурного катания, как я уже сказал. Идет борьба, безусловно, с возрастом, да, молодой вид спорта, название фигурное катание, уже в 15, 16, 17 и так далее, наверное, до 20, это вот самый пик, особенно у женщин, у девушек. И идет борьба, идет с волнением, идет... Вы такие эмоции, вы просто себе не представляете. Это было круто и очень громко. Спасибо. Наверное, Женя сейчас благодарит из Кисен-Край всех тех, кто находится в Великом Новгороде, в этом Ледовом дворце. Она говорит, благодарит за поддержку. Да, трибуны небольшие, вмещают, я не знаю, может быть, чуть тысячу... Больше тысячи. Чуть больше тысячи людей, но... Все те люди, которые сейчас находятся там, они, безусловно, очень громко и яро поддерживали Женю Медведеву в ее произвольной программе. За вообще что, очень теплые, очень благосклонные к фигуристам зрители не только в Великом Новгороде, но и в особенности в Великом Новгороде. Они очень тепло поддерживают каждую из выходящих на лед спортсменок. Ну а мы сейчас смотрим за результатом Евгении Медведевой в произвольной программе. 146 баллов ее результат. И она, по-моему, опережает ненамного. Да. На полтора с лишним балла она опережает Елизавету Туктамышеву и уходит на первое место в финале Кубка России.